Прощай, мой сын. Наши надежды и мечты прибудут с тобой. Он будет изгоем. Его просто убьют. Как? Он будет для них богом. Что, если малыш мечтает стать кем-то большим, чем от него ждут? Что, если он способен на большее? Мой сын был в автобусе. Он видел, что сделал Кларк. Сын, ты ответ. Ответ на вопрос, одни ли мы во Вселенной. Могу я считать себя твоим сыном? Ты и так мой сын. Полагаю, ты был отправлен сюда неспроста. И даже если понадобится потратить всю жизнь, ты должен выяснить, с какой именно целью. Как найти того, кто всю жизнь скрывается? Для кого-то он ангел-хранитель, для других призрак, изгой. Ты дашь людям Земли идеал, к которому надо стремиться. И они потянутся за тобой, будут ошибаться, падать. Но в свое время пойдут рядом. И ты поможешь им сотворить чудо. Думаешь, ты спас своего сына? Я найду его! Мой отец полагал, что если люди узнают, кто я, меня не примут. Он был уверен, что мир еще не готов. А ты что думаешь? Что значит это «С»? Это не «С». В моем мире это надежда. Ну а здесь это «С». Как насчет... Супер... Извини.